Итак, всем привет, меня зовут Стрелок 25, и эта часть посвящается модулу, который добавляет в Майнкрафт телепортационную палочку. С помощью этой палочки вы можете создать портал в ад, но это еще не все. Так, чтобы его сделать, нужно нам обсидиановые палочки. Можно вот как обычные палочки сделать, получается с двух обсидиана две палочки. Берем палочки. Обязательно жемчуг края, обсидиановые палочки вылаживаем, и жемчуг края. Получается телепортинг ленд, ну, телепортационная палочка. Так, продемонстрирую. Вот, нажимаем, появляется портал в ад, долго не стойте. Но если мы, например, я сейчас отлечу на большое расстояние там, куда-нибудь. Ну вот, например, сюда, а я там, нажмем правой кнопкой мыши сюда. И мы появляемся в этом портале. Это означает, что если вы, например, зашли вглубь шахты, вам надо домой вернуться. Ну, если у вас дома такой портал стоит, то можно взять и переместиться. Обратно вы не сможете переместиться. Тут есть свои ограничения. Так, ну вот и все. Спасибо за просмотр. Всем пока.